Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета провели в Химках. Основная проблема – должники, которые не производят обязательные налоговые отчисления. Общая сумма долга – порядка 500 миллионов рублей. На эту встречу пригласили около полусотни человек, однако явились только четверо. Большинство из них оплатили долг сразу после получения приглашения на ковер от властей. Остальными в случае неявки или неуплаты будут заниматься правоохранительные органы. Нам налоговая дает список, и мы приглашаем по списку. Мы будем их приглашать 3 раза. Если же они у нас не явятся, будут переданы, уже будут ими заниматься уже другие органы. Мы будем передавать в следственные органы. Также на заседание были приглашены работодатели, у которых средняя заработная плата составляет лишь 10-15 тысяч рублей. Как заверили сами предприниматели, эти цифры ошибочны. И зачастую эти данные статисты получают из-за ошибки системы. У нескольких представителей бизнеса такую сумму получают сотрудники, работающие на фрилансе, всего пару часов в неделю.